Во дворце спорта «Триумф» состоялось первенство и чемпионат городского округа Люберцы по художественной гимнастике «Сияние осени». По итогам состязаний юные люберчанки завоевали одну золотую и две серебряные медали. Подробности соревнований в следующем материале. Если жизнь едва едва ли закрывала вас огнем, вы еще не проиграли. Соревнования по художественной гимнастике «Сияние осени» устраивается не первый год и традиционно собирает большое количество участниц. Соревнования мы проводим уже четвертый раз. 230 участников из 10 городов Подмосковья. Достаточно масштабные у нас соревнования проходят в личных упражнениях и в групповых. Среди спортсменок в основном люберчанки. Более 50 гимнасток. Клуб «Крылья» находится в Малаховке. Готовились мы уже давно, на протяжении 3 месяцев. Я очень довольна, как дети выступили, показали все, что мы работали. Все выступили прилично, показали все, что могли. Клуб гимнастики при спортивной школе Олимпийского резерва делегировал на соревнования 20 участниц. Дарье Поповой 10 лет. 7 из них она занимается гимнастикой. Выступает в 2 номинациях. С мячом и без предмета. Мяч мне больше всего нравится из предметов. Он у меня очень хорошо получается. У меня получаются перекаты. Поэтому и нравится. По словам тренеров, «Сияние осени» – очень важное соревнование с точки зрения групповых упражнений. К тому же оно предваряет состязание областного уровня. 1 декабря у нас предстоит чемпионат Московской области по групповым упражнениям. И для детей это как контрольная тренировка, чтобы увидеть какие-то ошибки, успеть исправить и посмотреть, насколько они вообще готовы к данному уровню соревнований. За гимнастками наблюдают 4 бригады судей, которые оценивают элементы тела, предмета, технику и артистизм. Решение принимается коллегиально. Церемонию награждения победительниц и их тренеров провел заместитель главы администрации округа Андрей Сыров. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.